Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Cryo-Fear. И давайте-ка мы вспомним, где мы находимся. Мы пришли куда-то, непонятно куда, затем непонятно зачем. У нас мало здоровья, я, честно говоря, не помню, где мы находимся, что мы тут делаем. Я не играл пару деньков, ну как бы там ни было, куда-нибудь да приду. Так, все, я начинаю вспоминать. Тут мы в прошлый раз довольно сильно поранились. Так, у нас Ширева нет. Нет, к сожалению. В результате... посмотрели, что у нас здесь. Давайте еще раз посмотрим, пока есть возможность. Мне бы, конечно, какой-нибудь шприц. Это было бы прекрасно, но их тут, судя по всему, нет. Потому что парень у нас уже, Саймон, все, готов умереть. Так, ну и что, нам похоже сюда? Довольно-таки уютно... Точно. Довольно-таки уютно выглядящее помещение. Так, ну ладно, давайте пойдем, что ли? Может, Васу вот в эту вот? Понятно. Короче, нам по-любому сюда. Хорошо. Блин, мне бы чем-нибудь подлечиться, конечно. Не поддается. Патрончики. Причем патрончики для ВП-70. Мне, кстати, интересно, а могу ли я поставить вот эти два пистолета, допустим, в две руки? А, не может быть, понятно. Хорошо. Подожди. У меня два пистолета, что ли, все это время было? Да блядь, нет. Ой, теперь у меня три в быстрых слотах. Ладно, короче говоря. Похоже, это один пистолет, просто он и тут отображается, и сразу в быстрых слотах. Ладно. Поперли. Что-то я маленько опять подтупливать начинаю. Это потому, что я опять отвык от этой игры. Это у нас что, кафешка какая-то, что ли? Ух ты. Не поддается, не поддается, не поддается, не поддается и не открывается. Хорошо. Как-то очень уж миролюбиво здесь. Но, видимо, это ненадолго. Блин, мне бы хоть что-нибудь, чтобы поднять себе здоровье. Открыл костюм. Понятно, толстовка из Afraid of Monsters. У главного героя там такая была. Помните? Офигеть. Преемственность, как говорится. Так, ну и что мы тут имеем? Закрыто. Запомним. Так, сюда, я так понимаю, мы попасть не сможем. Не поддается. Блин, мне бы, конечно, здоровье просто увеличить, потому что меня раздражает, что он... постоянно стонет. Ну хватит стонать, а, братюнь. Блин, сколько мест, куда можно пойти. Офигеть. Хорошо. Не поддается. Мне нужна отвертка, чтобы открыть это. А что это вообще такое? А, подожди, это же распред щиток. Понятно. Распределительный щиток. Я даже знаю, зачем нам нужна отвертка. Ну, давайте искать. Блин, ну у меня хоть один шприц, дайте какой-нибудь, пожалуйста. Это какой-то интернет-кафе, что ли? Я не понимаю. Щеман. Не поддается. Классы какие-то. Может, это школа? А там была столовая на входе. Уф. Ой, сложно сказать. Ой, что-то не нравится. Мне это затишье, ребята. Ой, не нравится. Кто ж так посреди прохода ставит столики-то? Хорош, класс, надо сказать. Да хватит стонать, Саймон.
Ой, я вижу отвертку. Так, только мне к ней пройти сейчас надо. Инвентарь полон. Замечательно. Что же мне выкинуть? У меня в дробовике, по-моему, патронов нет, да? Блин, 3 есть. А в этом сколько патронов? На этот целый 5. Давайте-ка, знаете, я винтовку выкину. Потому что дробовик все-таки для закрытых помещений получше. Так, ну я уже знаю, куда мне эту отвертку нужно тащить. Давайте сюда сначала сходим. Так, что-то мне не нравится уже, что тут свет выключен. То есть как, да, светло, не страшно, темно, все, сразу жутковато становится. На самом деле, какая школа, похоже, что ли, не поддается. Так, ну что мне остается-то? Идти назад. Блин, тут нигде сохранений нет. Я просто вот на 100% уверен, что сейчас я начну шуровать этой отверткой. Что-то плохое произойдет. Меня моя чуйка еще ни разу не подводила. Блин, где мне ширю взять, а? Уф, давайте сбегаем по-быстрому. Сохранимся. Пока близко. Лучше нафиг постеречься. Так, давай, побежали. Еще ты, конечно, выдыхаешься очень быстро. Это тоже печально. Ну да ладно. Отдохни маленько. Так, ну что, давайте начинаем. Посмотрим, подвела ли меня моя чуйка. Ну, я думаю, что так не может продолжаться долго, так миролюбивая, такая расслабленная обстановка, поэтому... Ну, я знаю прикол этой игры, ну, чё говорить уж, а? Ах, так, тут же был, да? Так, не поддается. Ага. Ух! Ой, бляха-муха. Так, подожди. Ну я же говорил, я ожидал замануху. Вы сразу заметили. Я подвох какого-то такого ждал. Так, ну что, у нас есть фьюз. Теперь нам нужно идти обратно. Я думаю, это будет... Подожди, почему у меня пистолет-то... У меня здоровья мало, вот что печально. Ой! Ой! Ой, где пистолет? Где пистолет, мать твою? Ой, как хорошо, что я сохранился, мне сейчас хана. Твою мать. Какого хера ты не достаешь пистолет сразу? Блин, смотрите, сколько у меня здоровья. Я знал. Вы заметили, да? Это же офигеть. Вот это чуйка. Так, тихо. Я знал, что так хорошо. Ой, блядь. Твою мать. Твою мать. Ладно. Теперь мы знаем, что нас там ничего хорошего не ждет. Моя чуйка меня в очередной раз спасает. Ну как спасает? Я умер в итоге, но по крайней мере я был подготовлен к этому. Офигеть, это что вообще за обугленные тела? Это какого хрена?
Так, значит, где-то... Блин, ну вот посмотрите, насколько миролюбиво. Тут сразу понятно, что это долго продолжаться не может. А, видимо, я вот так вышел, и отсюда откуда-то из угла выбежала еще одна тварь. Так, короче говоря, как открываем... Одна у нас сразу выбегает вот из этой двери. Потом две нас встречают там. Блин, какой телефон как долго живет. Так, хорошо, погнали. Хорошо. Твою мать, ну почему пистолет-то опять убрался, а? Доставай ты, мать твою, пистолет, ну давай быстрее. Ух, да какого же хрена ты пистолет убираешь постоянно? Блин, я сейчас пока буду доставать, она прибежит и убьет меня. Уф, так. Может, она сверху спрыгивает? Тихо, тихо, тихо. Ох, блин, меня тут прервали в самый неподходящий момент. Так, что у нас? Какие-то чучела. Где она? Почему-то она. Где вы, мать вашу? Да где они? Ой-ой. Ой-ой. Твою мать. Эй. А, электричество же я вырубил. Твою мать, мне еще что-то придется выкинуть. Че выкинуть? Че выкинуть, ребят? Все нужно. Так, ладно, надо выбраться. Ключ. Ключ от комнаты. От классной комнаты. То есть мне туда куда-то надо идти. Супер. С таким здоровьем. Ух. Ой. Идите нафиг. Перезаряжай, братюля. Давай быстрее. Там еще одна. Ой-ой-ой-ой. Твою мать. В угол, в угол. Я даже не помню, какая комната у нас тут была закрыта. Ой, блядь. Да уйди, 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 мать твою. Ой-ой-ой-ой. Ну я же чуял лажу, а чуял ведь. Ох, так. Где ключ? Вернее, зачем мне вообще этот ключ? Не поддается. Не поддается. Не поддается. Не поддается. Ладно. Так, не поддается.
Ой-ой-ой, какой кошмар. Да куда мне идти-то, мать вашу? Двери кончаются. Не сюда. На нем написано, что ключ от класса. Куда идти-то, мать? Блин, а вот. Ух, так. Блин, мне бы хоть здоровье. Я наверняка где-нибудь пропустил опять. Вы мне в комментах напишите, чтобы я мог себя поругать за невнимательность. Ключ от пожарного выхода. Отлично. Я не знаю, где пожарный выход. Может, вот он? Нет, я туда вообще пройти не могу. Уф, бляха-муха. Эта игра меня точно дураком сделает. Пожарный выход. А, подожди, я знаю, где пожарный выход. Я надеюсь, тут новых бабаек не появится за это время. Вроде никого. А, вот еще одна. Бежать. Ой-ой-ой. Ты оно? Да. Так, что, куда я попал? О. Ой, блин. Меня аж передергивает всего. Там мой дробовик лежит. Блин, давайте-ка мы сохранимся, да сбегаем за дробовиком. По-моему, там уже никого не осталось. Ну, по крайней мере, дробовик надо забрать по-любому. Ой, у меня опять голос дрожит. Чё-то меня, блин, из колеи выбило, эта хрень просто. Дождик пошел. Уф. Что теперь мозга миролюбиво играет? Не-не-не, дробовик нам по-любому пригодится. Вот так, хорошо. Фух. Валим, валим отсюда, кедрени фени. Ой, блин. Натурально мурашки бегают. Давно меня не передергивал от игры. Офигеть. Так, ладно, теперь, по крайней мере... Теперь, по крайней мере, я знаю, куда мне идти. В этой игре вообще хорошо. В ней не так много мест, где можно заблудиться. Хотя был вот этот, конечно... Так. То, что парк перекопать, это было не очень логично. Это много времени потратил. Но в остальном пока что особых проблем-то не было. Так. А, сюда мне, по-моему, не нужно, да? Тут я уже поднимался. Да, точно. Блин, как же у меня плохо со здоровьем. Это же кошмар какой-то. Так, ладно, идем назад. Пока что...
Пока что должна быть более такая миролюбивая дорога, потому что, по идее... Блин, да чё я вообще несу? Какая тут может быть мирная дорога? Тут какие-то нехорошие звуки идут. Тут у нас чё? Закрыто. Но сюда мы не попадаем. А тут мы... Подожди, тут мы в прошлый раз... Убегали от парня с бензопилой, да? Так, ладно. Если этот парень с бензопилой все еще там, то это печально. Лучше смотри, да? Блин, ты чего проработанная модификация? Откуда я пришел, я не помню. Нет, не отсюда. Ой, Слайк, что-то я очкую. Ну, вроде его не видать. Да, он ту дверь он вынес в прошлый раз. Вот тут он был. А тут у нас было сохранение. Так, дверь заела. Я не могу открыть ее. Супер, чё? Уй! Уф, расслабился. Расслабился. Нельзя расслабляться. Так, ну все, узнаю эти места. Ой, что-то мне жутковато. Что-то жутковато как-то. Фу. А, ну и что, давайте-ка мы на этом прекратим эту серию. По времени она как раз-таки получилась примерно полчаса, чуть-чуть поменьше. Но, по крайней мере, впечатление у меня полные штаны, как говорится. В следующей серии пойдем вставлять этот предохранитель, да пойдем уже, там что у нас, метро какое-то, что ли. Ну что-то эдакое, короче говоря. Могу сказать, что игра меня пока не разочаровывает. Меня спрашивают, зачем ты играешь вообще в хорроры? Потому что нервы можно расшатать. Ребята, у меня нервы слишком крепкие, чтобы расшатать их такой игрой. Через 2 минуты после того, как я его выключаю, я забываю про все эти кошмары. Главное понимать, что это все искусственное, это компьютерная игра обычная. Поэтому, в принципе, я к этому очень просто отношусь. И при этом вот единственные игры в последнее время, которые вызывают какие-то эмоции, это хорроры. Потому что остальные игры что-то в последнее время превратились, честно говоря, в жвачку. Именно поэтому я играю в хорроры, именно поэтому я их люблю. Ну да ладно, такое небольшое отступление. Как бы там ни было, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.